Супермодный гаджет – увлажнитель воздуха. Его рекомендуют аллергикам, детям и людям со слабым иммунитетом. Наши журналисты разобрались, кому действительно нужны эти чудо-аппараты и как выбрать тот самый. Сухой воздух заставляет организм терять влагу, отчего кожа и слизистые пересыхают. Человек чувствует большую усталость и сталкивается с различными проблемами со здоровьем. Ослабление иммунитета, аллергия, частые простудные заболевания. Идеальный показатель влажности в помещениях летом – 60%, а зимой – 45%. В детской комнате – до 75%. Ну, увлажнителем пользуемся уже 1,5 года. Будучи в положении, мой заботливый супруг приобрел, прочитав в интернете статью о пользе увлажнителя. К увлажнителю нужно было обязательно приобрести метеостанцию, это вот, чтобы знать уровень воздуха в комнате и температуры. Вообще он очень благоприятно воздействует на ребенка, потому что ребенок хорошо спит, у него всегда хорошо работает слизистая, то есть у него всегда открыт носик. Врачи советуют запускать агрегат вечером, чтобы поддерживать комфортную влажность в течение 8-часового сна. Для тех, у кого нет увлажнителя, в качестве альтернативы рекомендуется чаще делать влажную уборку, в особенности в семьях, где есть дети. Если сухость, то оседает микробы, вирус, бактерии. И потом ребенок в течение года часто болеющий может быть. В пределах 60% увлажнения воздуха – это комфортно для ребенка и для взрослых. Не высыхают губы, дыхательные органы. И поэтому ребенок может чувствовать себя комфортно. Влажная уборка помещений – это тоже как увлажнение считается. Во многих моделях есть встроенный таймер и подсветка. Для любителей ароматических масел есть модели, позволяющие использовать увлажнитель в качестве диффузора. Не забывайте заботиться о своем здоровье.